подкупает, если честно, это самоотдача хорват. Так, все-таки до игры прогнозировал, до полуфинала все-таки, что Франция-Англия будет играть в финал. Ну, Англия после 1-0 как-то сникла. А хорват... они моложе? Они моложе, ну вот. Наверное, опыт тоже сказался. Надо дать должное Хорватии. На Хорватии все-таки по 120 минут игры выдержать. Плюс 10 пенальти. Нервные тоже так непростое состояние. Поэтому молодцы. Поэтому этим подкупаю. Буду за них, наверное, переживать. Там симпатии, скажем так. Там какие-то скажите, Ловрит, там Мбаппе бежит, как не знаю. Мбаппе сумасшедший чемпионат мира проводит, поэтому за ним, конечно, наблюдать. А Модрич? Модрич вообще гениальный. Я думаю, он лучше на этом чемпионате. А вратарь, который понравился? Вратарь? Да. Ну, Игоря, наверное, отмечу в первую очередь все-таки. И с пенальти выручал, и в игре выручал, и с испанцами, и с хорватами сколько. Поэтому, в принципе, хороший сезон провел. Плюс, конечно, вратарь сборной Хорватии. Две серии пенальти выиграл. Поэтому... Андрей, можно жесткий вопрос такой? Давайте, давайте. Вот пенальти, вот вы не забили Словакии, по-моему, в отборочном цикле. И да. Как выяснилось, вот пенальти не хватило, было 1-0, было 2-0, и в концовке не сравняли, с Динамо играли. А, да, ненавидишь, интригу сохранил. Да нет, жаль, что не успел. Как такую интригу? Это да. Шутка, понятно, но... Не забивают все, как мы уже поняли, это же такое... Тогда, в принципе, не знаю, что случилось, в принципе, уверенно бил в чемпионате. После того пенальти, да, и в следующей игре «Зениту» не забил. И опять же, два вратаря зенитовских было. Чентофальских и Малафеев, да. Ну, это реалити футбола. Смолова, вот что... не... Напрасно Смолова? Смолова, что порекомендуете? Ну, да. Федя, понятно, он хотел, я так думаю, он хотел пробить по-другому немного, посередине. Ну, у него, скажу так, удар не получился. Чтобы, наверное, так ударить, нужно психологически быть готовым к этому. Ну, они так близки, как говорится, к такому заветному, столько отдали. Понятно, и... То, что из Англии, это тоже неспроста, думаю, что Англия все-таки должна победить. Все-таки две игры по 120 минут, усталость накапливается, один и тот же состав. Если у Англии там есть еще какие-то варианты, то Хорватия, в принципе, все лидеры на поле в основном. Ну, да, это могут заменять, это не Брозович там? Брозович, да, ну, вот, одну-две позиции, так скажем. Все-таки у англичан скамейка ровнее, однозначно. Вы собираетесь на финал, кстати? Не знаю еще, подумаю. Многие люди билеты сдадут, увидеть такую афишу. Ну вот, подберу, значит. Хорошо, спасибо, да. На ваш взгляд, ту сборную Англии, которую мы увидели в матче с Хорватией, Россия могла пройти? Просто мне показалось, что их хватило на первый тайм, а дальше они... Мне показалось, их на час буквально хватило. А потом, если отпустили так игру анализировать, не то что отпустили, они начали все привозить, там 2-3 момента, просто защитники, неразбериха с вратарем, там пару моментов таких. Ну, Англия это такая достаточно прочная, тем более от обороны, как говорится, играет. Ну, от печки сильная оборона, сильная опорная зона. А начали такие какие-то нелепые моменты возникать на ровном месте, чуть не точно, в атаку, там вратарь постраховал. Там. Сложно, в принципе. Это из-за молодости, нехватки опыта? Возможно, тоже сказала. Все-таки, может, чуть раньше, рано поверили в свои уже 1-0. У хорватов, в принципе, первый тайм. Ну, так, мало было таких, что-то острого. Так, англичане, видно было, вели ход игры. А потом все раз и поменялось, вот, в одной части сломалось. И хорваты молодцы, воспользовались этим и дожали. Вот. Конце. Мауриньо сделал такое, ну, заявление, предложение, что давайте проводить два полуфинала в одно время, чтобы в один день, чтобы все были в одинаковых условиях. Вы как, поддерживаете или... В принципе, да, почему нет? Для этого на один день больше выделить. Какие проблемы? Ну, в принципе, как мне показалось, чемпионат очень ровно прошел в этом плане. В плане организации вообще на высшем уровне. То есть, не думаю, что есть какие-то проблемы. А вы сами какие-нибудь игры посетили? Я в Сочи был, посещал несколько игр в Сочи. Вчера Владислав Радимов написал в Твиттере, что наш чемпионат заслуживал несколько... Другой финал, я считаю. Ну да. Как вы... Ну, это его мнение. Почему? То есть финал, в принципе, Хорватия, Франция. Ну, Франция, Англия как-то больше звучит, mm-hmm. Но с другой стороны, хорваты молодцы. За это же их не оставлять без финала, правильно? Ну, конечно. Посмотрим, может, еще и преподнесут сюрприз. А как вы к политической шумихе отнеслись, которая вот поднялась? У нас народ так любит активно это обсуждать, особенно. Ну,
так, не скажу, что, конечно, на ровном месте, но ситуация такая, которая, да. Ну, один-два человека что-то там сказали, отражаться. Сами видели, как болельщики Хорватии тепло поприветствовали Россию за прием, за это. Поэтому, ну, сказал, да, он долго играл, там, друзья есть, конечно же. Ну, так, между собой общаться. Вчера извинился, да? Извинился, какие проблемы?